Новый день, новое утро, кофе, бутерброд. И побежала по делам, как белочка в колесе. Я придумала игрушку для своей маленькой кошечки Милы. Вот у меня вот такой вот есть контейнер для линз. Вот. Он открывается. Там, как говорится, пустое пространство. И, значит, что я сделала? Вот у меня запасная была одна такая. Вот. Я сначала начала делать, потом придумала еще добавить. В общем, сюда можно положить вот такие вот бусинки. Потом я сюда вот так вот можно приклеить, можно привязать вот так вот ленту. Сейчас прикручу. Вот я закрутила в одно, во второй положила вот эти вот бусинки. Получается, уже веревочки торчат. И посередине кусочек меха вот так вот, вот взяла, просто пришила. Ну, так обвернула полоской меха вокруг этого. И вот получилась вот такая вот. Ну, сейчас проверим. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, поиграем. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, поиграем. Во! Это то, что надо котенку. Да? Скажи, какая у меня мама хорошая. Она мне игрушку придумала, да? Где? Ну, скажи, лучше, конечно, с мамой играться. И это у нее уже вторая игрушка. Первую я сделала из обычной пробки. Вклеила туда просто полосочку и кусочек меха. На горячий пистолет, на горячий клей. Это можно вообще на любой, на ПВА приклеить. И вот такая вот игрушка. Но это не тарахтит. А это побольше чуть-чуть. И тарахтит. А это вот так. А это вот так. Так что не надо даже что-то покупать. Он обычная пробка от воды. И все. Ниточка, кусочек меха и все. У кого нет клея, можно дырочку проколоть и точно так же привязать кусочек какой-нибудь тряпочки. Кусочек меха. И все. И малышня будет играться, да? Вот такой тарахтелкой. Ой, сама бы поигралась такой прелестью. Ты моя пузатая. Наелась, назавтракалась, свое съела и пошла еще и у Барсика доела. Играйся, играйся, моя кися. Две игрушки. Понятно? Вот вам, какие игрушки мне мама сделала. Одна и вторая. Вон сколько, скажи мне, игрушек. Вон. На, удовольствие котенку. Что ты за хулиганье? Ну, ты посмотри, какая. Что ты делаешь? Ну, ты даешь, ты ж меня съешь. Ты же девочка. Девочки так себя не ведут. Кошмар какой-то. Ну, ты мне... Ну, уже руку, сейчас кусок мяса уже отгрызаешь. Ай, еще и когтями. Ай! И руками, и ногами. Ты что делаешь? Ты что вот это делаешь? А? Ты что вытворяешь? Хулиганка! Кусайся зачем? Ну, зачем кусаешься? Ай! Ну... Зачем ты меня кусаешь? Ты дракон какой-то. Ты же не голодная, ты только что поела. Зачем ты мою руку ешь? Смотри, у меня уже вся рука, он искусанная. Что это такое? Не ешь меня, пожалуйста. Мила, что ты делаешь? Ну, как мне от этой кошки избавиться? Она меня съедает. Она меня съедает. Она меня прям целиком вот так вот съедает. Прям куски отрезает от меня. Не надо. Иди отсюда. Иди, иди он. Иди на Барсика набросься. Иди Барсику кусок спины отгрызи. Не надо на меня. Не надо на меня кидаться. Все, иди. Партизанка. Партизанка. Ой, хулиганье.
помощница. Ты что там делаешь? Ты что тут делаешь? Тебе вот эта юбочка понравилась? Понравилась? Смотри, какие тут штучки. Смотри, какие тут штучки красивые. Ты помощница моя, да? Ты мне помогаешь распарывать юбочки? Давай-давай, помогай. Вот туда залазь. У вас есть такие помощники? Вот такую надо помощницу заводить. Вот, вот так. И сразу все дела будут сделаны. Вот так, правильно. О! Милочка.